На прошедших выходных в Саранске стало на одну набережную больше. Работа под Ботевградским мостом кипела с августа 2019 года и закончилась открытием на прошлых выходных. У каждого из друзей Саранки свои причины в благоустройстве города. Например, Виктор Радаев является жителем города в шестом поколении. Могу сказать лично за себя касательно причин. В принципе, я являюсь горожанином, жителем Саранска в шестом поколении. Мой прапрадед был почетным гражданином города Саранска. В принципе, для меня очень важно и ценно, чтобы данная территория, данный город, который я чувствую поистине своим, гармонично развивался. Поэтому я готов вкладывать свое время, свои ресурсы в то, чтобы превозносить такие важные вещи для города, как, собственно, качественная городская среда. Подобный проект в Мордовии реализуют впервые. Новая набережная – это коллективный труд, где главными работниками стали неравнодушные горожане. Разумеется, очень важна была помощь тех друзей Саранки, кто у нас конкретно помогал, работал, кто приходил сюда для того, чтобы прям физически нам помочь, и тех партнеров, которые к нам приходили физически помочь, также партнеров, которые нам помогали финансово, помогали нам с материалами, и, разумеется, финансовую помощь простых горожан, наших сторонников, которые, в общем-то, по большому счету это все оплатили. Потому что это все сделано, тоже нужно подчеркнуть, опять же, не без каких-то финансовых вливаний там сверху, откуда-то, исключительно снизу, все как бы с миру по нитке. Вот так собрано просто на простые пожертвования горожан. В будущем ребята надеются сделать Саранку одной большой зеленой зоной протяженностью в несколько километров. Но для этого уже нужна помощь государства. Разумеется, на протяжении 10 километров такого благоустройства делать не нужно. Нужно делать только там, где есть, собственно, люди, где есть какая потребность. Это порядка 4 километров где-то примерно до юго-западного шоссе. При этом, при всем, конечно, это все не должно быть сделано руками простых горожан, потому что есть, существует специальная федеральная программа формирования комфортной городской среды, по которой федеральные деньги выделяются на то, чтобы благоустраивать каждый год какие-то пространства в городе. Вот, соответственно, мы бы очень хотели, чтобы Саранка попала в эту программу. Будем как раз добиваться этого. Вандалов друзья Саранки не боятся, ведь, наверное, даже вандалы смогли оценить труд людей и перебороть свою тягу к разрушению. Так или иначе, если посмотреть на эксплуатацию, как сейчас горожане данным пространством пользуются, мы, что является приятным удивлением, видим, что совершенно разные группы горожан, с которыми мы беседуем на Саранке, относятся с воодушевлением к происходящему и совершенно культурно потом пользуются данным сообществом. Это касается как местных жителей, так и, в принципе, всех горожан. Алексей Безруков, Николай Лушкин. Наши новости.